Так, третье место у нас в классе с автомобилем. Ну, не нравится мне это, вот этот задний привод, да, выражение. Ну, автомобили с задним ведущим мостом, да. Третье место у нас получает Александр на ВАЗ-2106. Александр лучшее время показал 49,16. Поздравляем Александра. Хороший результат показал, действительно. Второе место в той же категории Дмитрий на «Опеле» с результатом 46,368. Вас поздравляем. Да, вот еще тут приятные вкусности вручают победителям. Ну и первое место в категории автомобилей с задним ведущим мостом получает Александр на BMW. Лучший результат он показал 42,288. Поздравляем. Спасибо, что вы с нами. Итак, переходим теперь к категории переднего привода. И третье место получает Игорь на ВАЗ-2113. Давайте ему поаплодируем. Показал прекрасное время 42,448. Игорь, поздравляем. Подождите, вот тут вкусности, да, еще раздают. А второе место получает у нас сегодня небезызвестная всем Мария Киа. Прекрасно, уже так уже 41,796. Вас поздравляем, но без грамот, да, практически никогда и не отпускаем. Мария, она действительно молодец. Ну и первое место все-таки сегодня борьба была такая вот конкурентная. Ну и Вячеслав на Volkswagen Polo сегодня показал потрясающий результат. 41,5 секунды. Это, ну, действительно человек, который, ну, да, без страха на мокрой трассе, и сколько было ни заездов, все-таки показал замечательное время. Друзья, следующий сбор именно на этой трассе будет уже 23 числа этого месяца. Это будет первый этап Кубка мэра города Макеевки. Вот, слава богу, уже администрация городская нам решили уже помочь. Уже включается, будем надеяться, что погода не подведет, техника тоже не подведет, нервы у всех участников тоже окажутся действительно столь же железными, как и кони ваши, да, вот. Ну и спасибо за то, что сегодня вы с нами, всех с праздником, с верным воскресеньем, ну и до новых встреч, всем спасибо, друзья, всего доброго.